А вы меня напугали. Вы меня снова напугали. Нравится меня пугать? Что вы? Вас пугать неинтересно. Да, интересного мало. Мог ведь и выстрелить. Дежурный прокуратуры слушает. Добрый вечер. Добрый вечер. Докладывает Тихонов. Запишите, пожалуйста. Сегодня в 22:20, возвратившись с работы, я застал у себя дома гражданина Иконникова, проходящего по делу о краже в квартире Полякова. Поскольку факт встречи следователя прокуратуры с фигурантом по делу может иметь сомнительное этическое толкование, ставлю о нем в известность немедленно все. Стас, ты серьезно? Абсолютно. Может, подослать кого-то? Ни в коем случае. До свидания. Станислав Павлович, вы не бойтесь. Я вас не убью. Знаете, много на себя берете. Вы уж совсем за какого-то дурачка меня держите.